Приветствую вас, я думаю, что вы, скорее всего, не уверены в себе. То есть вы пишете, что, значит, вам неудобно перед своим молодым человеком. Вы спрашиваете о том, как мужчины относятся к этому, то есть пытаетесь как-то вот себя подготовить к тому, что, ну, что мужчины могут негативно это воспринимать, вот. А это означает, что вы зажимаете, собственно, свои желания, это вы зажимаете свои, собственно, свое поведение, вы стесняетесь, вы чувствуете свою неуверенность, то есть, по сути, комплексуете, вот. И также это характеризует тот факт, что вы со своим молодым человеком находитесь в не совсем доверительных отношениях. Вместе с тем, это говорит о ваших отношениях, как о таких, где вы, вероятно, боитесь своего молодого человека потерять. Вместе с тем, я бы выделил то, что вы своего молодого человека несколько обезличиваете, то есть вы пытаетесь узнать, как мужчины относятся к этому, но даже если мы вам скажем, как мужчины к этому относятся, все равно это не будет справедливо для вашего молодого человека, потому что ваш молодой человек воспринимает это совсем по-другому. Вот. И на это вам стоит обратить внимание, а не на то, какова природа, собственно, того, что вы описываете, и что это за этим стоит. Потому что это естественно, это свойственно человеку, правда, не всем, но свойственно. И все. То есть смотрите, в корень проблемы, вглубь проблемы. Что вы комплексуете по этому поводу, что вы боитесь, что мужчина неадекватно это воспримет. Из-за этого вы себя ограничиваете, из-за этого вы не раскрываетесь полностью в сексе. И тем самым, кстати говоря, вы себе вредите. Вот и все, что можно сказать. А гадать о том, как мужчины к этому относятся и что, это можно очень долго, бесконечно, но... Как бы ни к чему мы не придем по итогу, на самом деле. Вот. С точки зрения психологии выглядит так, что вы не совсем здоровые отношения выстраиваете с своим молодым человеком. Что и требуется подкорректировать. В чем и требуется вам помочь, чтобы вы себя чувствовали лучше. На этом все. Я надеюсь, что мой ответ вам помог. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Если у вас остались вопросы дополнительные, пишите в личку, буду рад помочь. Желаю вам всего самого доброго и удачи.